У меня какие-то красные цвета, это, наверное, 4, 6, 8. Да. Смотрите, а я не буду оправдываться, как игрок номер 5. Я просто объясню, почему я поставил, почему я так, видимо, как бы сломал. Да? На самом деле я не ломал. Я не хотел голосовать в шерифа 3. Потому что, смотрите, он показывает, третий мне показывает, восьмой черный. Я такой, блин, думаю, что такое происходит? Потом смотрю, девятый собирает с него руки в третьего. Я понимаю, что если вдруг это потенциальный шериф, тут выскакивает седьмой, показывает, что 4 черное, понимаете? Поэтому я не хотел голосовать в третьего. Вот почему я так выкинул свою руку в четвертый. Потому что я не хотел, чтобы моя рука была в третьем игроке. Чтобы потом мне не сказали, что именно из-за тебя ушел третий. А и не из-за меня ушел третий. В него столько рук прилетело, что там пойди разбери, что мапы. Поэтому я думаю, что смотрите, восьмой для меня сейчас красный по девятому. Девятый уходя, что сказал восьмой красный. Все. Вот это единственное, с кем я играю, парень. И игрок номер один. Все, больше пока для меня красных нет. Представляю, игрок номер семь на голосовать. Сейчас семь пакуется. Сейчас только семь пакуется, потому что я красный игрок. Все. Выбираем циркуляцию, переходим к голосованию, выставим на руки 7, 2, 4, 5. 7, кто за то, чтобы стол потянул, выставим на 7. Спасибо, я принимаю 6 голосов, выставим на 7 совершенно. Молодцы, красавцы, топовые, идете. Не, я думал, что 8. Ты его проверил, я надеюсь? Ты его проверил.